этим парадом командовать буду я! Аплодисменты! Здравствуйте! Здравствуйте! И я! А, Киса, ну куда же без вас, худощавый вы мой! Ну идите сюда! А, мадам месье, Бендер и компания приветствуют вас в этом прекрасном зале! Да, Киса, а можно вам задать один нескромный вопрос? Конечно! А что вы здесь, собственно, делаете? Неужели опять стулья? Остап Сулейманович, ну какие стулья, а? Вообще-то то же, что и вы. Я приглашенная звезда. Меня пригласили быть ведущим отчетного концерта вокально-хоровой студии «Эдельвейс». Ну, хорошо, хорошо, не обижайтесь, психованный вы мой. Итак, лед тронулся, господа присяжные заседатели и работодатели. Встречайте хор «Эдельвейс» под руководством Брыкаловой Елены! На чужие ТВ я пора.
Thank you.
Делом. Каким? Ну как это каким, киса? Стулья. Так что я должен делать? Ну как это что? Ну идите за стулом. Берите, рассказывайте, что хотите, но без стула не возвращайтесь. Я понял. Давайте, давите на жалость. Да. Попробуем. Господа,
я не ел целую неделю. Киса, киса, вам никто денег не даст так, и никакого стула вы не найдете. Киса, я не верю, как сказал бы Станиславский. Киса, давайте, давайте еще раз поддержим кису, давайте. Со слезой, давайте. Подарочки, женимажечно сижу. Ну, уже лучше, киса, но все равно, я так понимаю, до зрителя не доходит стул, к вам еще никто не вынес. Так что я предлагаю вам встать ближе к нашей публике и пойти в зал. Ох! Аплодисменты этому мальчику! Подарочки! Подарочки за пропитание бывшему депутату Верховной Рады! Вы не забудьте, что вы стул ищете. А какой? Астап Сулейманович, какой? Есть свободный, 16-й. 16-й стул? Нет, это не тот, мне сказали. Девушка, вы на каком месте сидите? А? А ну? 16-й пойдет, вот с девушкой. Киса, киса, вы к девушкам не приставайте. Я помню, как вы на рубль погуляли в ресторане. Вам уже с девушками нельзя. Почему? Потому что, киса, но столько пить нельзя. Глаза разбегаются прям, они богини. Богини? Да, да. Не получается у вас, киса? Да. Киса, угомонитесь, ладно. Вы уже, как я уже и сказал, погуляли в ресторане. Давайте будем продолжать наш концерт. Давайте, давайте. И кто же у нас там дальше? Кто давайте дальше? Кто у нас там дальше? Дорогие друзья, сейчас перед вами выступит девушка с очень сильным характером. Встречайте, Корытова Екатерина с песней «В припрыжку». Аплодисменты! Ура! Встречаем! Пойдемте. Пойдемте, пойдемте, киса. Нужно обсудить, обсудить это дело. Облака.
Киса, киса вы мой хороший. А можно вас спросить, как художник художника? Конечно. Вы петь умеете? Ну, как сказать, вообще-то я брал когда-то уроки вокала у самого маэстро Канераса. Ну, да, интересно. Да. Вот послушайте. Прошу прощения, маэстро Карерос. Да, киса, что же вы орете, как белый медведь в жаркую погоду? Ай. Что ж, господа, встречайте, а вы, киса, учитесь. Новак Даниил! Аплодисменты! Аплодисменты! Даниил, тебя здесь ждут! Trees so green, red roses too. I see the blue for me and you, and I think to myself, how wonderful love. The sky so blue. И на свободе. Киса, знаете что? Что? Вы не переживайте так. А знаете что? Лучше объявите следующий номер. О, да. Это с радостью. Дамы и господа, на сцену приглашаются самые оптимистичные, солнечные, задорные девушки. Ансамбль «Зазеркалье» с песней «Здравствуй, солнце!» Встречайте аплодисментами! Ну как, конечно. Отлично, молодец. Мы все поверим тебе, что я не придумал. И все пожарчивы, ты что-то мой.
похлопайте. Здорово, здорово. Остап Сулейманович, что там у нас дальше по программе? Ну что ж, господа и дамы, хочу представить вам следующего артиста. Надо вам сказать, что в центре таких субтропиков уже давно нет, но в местах периферии еще встречаются. Обаятельный, харизматичный, да не вы, киса. Чумак Даниил, аплодисменты! Thank you.
тишине постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Сколько лет, сколько лет, где тебя носила? Вдруг, как сказке, скрипнула. Как жилось мне на свете это? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было. Вдруг номера. Я вообще-то протестую. Что-что? Будь на корабле? Да, я хочу тоже объявлять номера. Но не обижайтесь, киса. Вы просто растворяетесь в моем могучем интеллекте. Ну ладно, обидчивый вы мой, объявляйте сколько хотите. Дамы и господа, сейчас на этой сцене появятся самые весенние девушки. Встречайте ансамбль «Калатея» с песней «Весна». Аплодисменты! Yeah.
кажется, чего-то не хватает на этой сцене. Киса! Что? Киса, вас сюда зачем пригласили? Что? Вы вообще хотели объявлять? Так объявляйте! Друзья мои, все мы знаем, что джаз к нам пришел из-за границы, да? Ну, вообще-то, за границей это миф о загробной жизни. Всякий, кто туда попадает, назад уже не возвращается. А вы юморист. Ну, а что касается джаза, ну, я думаю, его любят все. Так что, встречайте, Тодоровская Лена с песней «Привет, лето!» Аплодисменты! Нужно действовать смело, побольше цинизма, людям это нравится. Во-вторых, раз в стране ходят деньги, значит, должны быть люди, у которых их очень много, правильно, Киса? И в-третьих, клиента надо приручить к мысли, что ему придется отдать деньги. Нужно подавить в нем собственнический инстинкт, понимаете, Киса? Да, я все понимаю. А и что? Выходит? Что? Ну как, конечно, во всяком случае у меня появились последователи. А? Да. Встречайте, ансамбль «Нескучный возраст». Аплодисменты! Yeah.
Так? Вам не кажется, что пора бы прозвучать песни о любви? Ну что ж, я не против. Господа, встречайте, знойная девушка, мечта поэта Прыкалова Галина! Аплодисменты! Добрый вечер, мадемуазель! Я Остап Сулейман, Бердумария Бердубе. Я распорядитель сегодняшнего концерта. А это мой мальчик, помощник. Это мальчик? Ну, первый, кто скажет, что это девочка, пусть кинет в меня камень. Мальчиша, не хамите. Ну, как вам угодно, мадемуазель. Итак, аплодисменты. Поет Галина Прыкалова. Аплодисменты. Сейчас пойдет тяжелая артиллерия. Ой. Дамы и господа, встречайте хор отчаянной мамочки! Аплодисменты! Боже, Остап, это же богини! Thank you.
республики, Сэм, какое ваше политическое кредо? Всегда. Ну, я так подозреваю, Киса, что сейчас самое время сделать ход конем. Вокально-хоровой ансамбль «Эдельвейс»
аплодисменты ваши! Мне кажется, они еще хотят спеть. Еще? Да. Да. Ну, встречайте. Еще одна песня! Под громкие аплодисменты! Тематические, поэтому приходите к нам еще. Так что